Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, жители самого красивого города нашей страны. А также можно похлопать, да? Лучший город Земли, без всякого сомнения. А также гости, которые приехали из дальних мест, из других городов. Я знаю, у нас здесь из Челябинска, из Оренбурга, из Ульяновска. Мы всегда весной испытываем какое-то такое оживление в творчестве, какое-то своего рода обострение, весеннее. Хочется петь, особенно когда начинают менять женщины одежды свои зимние на весенние. А сейчас вот такая ранняя весна, что просто глаз радуется. Оба глаза радуются. Какие красивые у нас в Самаре женщины и девушки. Тоже мужчины могут похлопать. Для нас три единого слова. Любовь, синяя птица и Самара. И вот я приглашаю на сцену тех, которые поют и играют ради вас. Синяя птица! И передаю слово Алексею Комарову. Музыкант Борис Ильич, синяя птица, Александр Комаров! Добрый вечер. Ну, вот теперь все уже, без суеты, без паники, слава богу, все на месте. Вы знаете, вот почему-то все время думают, особенно те правильно организованные люди, воспитанные, которые приходят задолго до начала, занимают свое место, и думают, что вот артисты там что-то не одели, как-то не подготовились, последние ноты там повторяют. Нет, на самом деле мы уже минут 15 стояли вот здесь за кулисами, ждали, когда кто-то там допьет чай в буфете. Но решили не дожидаться последних. Мы, наверное, сейчас начнем, тем более, вот уже практически сократили всю лирическо-романтическую торжественную часть вступления, и у меня остались холодные цифры по регламенту сегодняшней нашей встречи. Во-первых, мы очень рады встрече с вами, мы всех приветствуем в зале, всех друзей, всех поклонников, родных, близких. Сегодня наша встреча, она пройдет в трех действиях, в трех отделениях, в трех актах. Как хотите, назовите это. Вот. Первое действие будет состоять из блока песен. Мы предлагаем вам отпробовать, откушать, можно так сказать, пирог из песен, которые мы приготовили. Я скажу, почему пирог. Нам просто показалось, что есть некоторые сходства вот, между той программы, которую мы подготовили в первом действии, и пирогом. Вот в частности, есть такой пирог Наполеон, торт, да, у него есть мягкий корж, жесткий, мягкий, ну слоеный такой. Вот первое действие будет у нас по образу и подобию этого пирога, то есть будет песня старая, новая, старая, новая, старая, новая. Потом у нас будет следующее отделение специальное. Мы начинаем готовить вот именно с сегодняшнего дня здесь, в Самаре, и это не случайно. Пройдет первый концерт из большого цикла, я надеюсь, что большого, из большого цикла концертов, в которых целое отделение будет посвящено вкладу, творчеству отдельных участников «Вея синей птицы», которые в разное время оставили след в истории, я бы сказал, «Синей птицы», в истории нашего города. И вот сегодня первое такое отделение будет вот вслед за дегустацией пирога. И я сразу хочу обратить ваше внимание, что перерыва не будет между этими двумя отделениями, будет короткий фильм, но очень короткий, да, так, чтобы вот просто вы поняли, о чем и о ком пойдет речь. И третье действие отделения или акт будет состоять по-прежнему из песен, которые выберете сами, вы сами. То есть как это будет выглядеть? Вот сейчас Александр, возьми второй тоже, пожалуйста, Саша. Зал все-таки здесь побольше. Вот такие, я не знаю, как их правильно назвать, почтовые ящики или что-то такое. Сюда нужно будет складывать ваши записки с названиями тех песен, которые, на ваш взгляд, обязательно должны сегодня прозвучать вот в том самом третьем отделении. Вот это вот ты хорошо сделал, да? Я-то думал, ты одну корзинку поставишь слева, чтобы люди не бегали, вторую туда справа, а так подошли, да, чтобы можно было выбрать. В общем, добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на праздник. Hey!
сквозь разлуки. Ты много слов не говори, ты лишь пожми мне молча руки, и только три слова повтори. Ты посмотри в глаза мне долго, скажи мне, я люблю тебя. И на душе моей тревога пройдет, как дождь вдали от сентября. Жизни разлуки неизбежны, жизни мы стали их и прежде, но только никогда разлука нам не могла оставить душе следа. Нельзя совсем не разлучаться, хотя бы на 2-3 дня. Я без тебя всегда скучаю, и знаю, ты скучаешь без меня. Мы расстаемся ненадолго, опять зовут меня дела. И пожелай мне, чтоб дорога была легка, удачлива была. Жизни разлуки неизбежны, жизни мы знали их и прежде, но только никогда разлука нам не могла оставить душе следа. Жизни разлуки неизбежны, жизни мы знали их и прежде, но только никогда разлука нам не могла оставить.
по траве свинящей. Подарю тебе я вечер самый настоящий, чтобы звезды в нем сверкали и глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись, чтобы звезды в нем сверкали и глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись. Спасибо. Красоты и доброты не устану я, поверь, в жизни никогда. Ты сейчас не та, что была вчера, ты загадка для меня. Только будь добра, будь такой.
Музыка Валентина Баркова. Это, пожалуй, вот еще. Спасибо. Да, Валентина Баркова. Это еще одно дополнение. Вот все новые песни, они... Либо они родились в нашем коллективе, либо кто-то из участников имел к этому прямое отношение. Вот. И поэтому я буду так коротко только говорить, кто справа от меня, слева, так или иначе. Ну а сейчас мы споем песню, у которой есть не просто история, а есть судьба. Эту песню написал Михаил Воронович Болотный. И да, я думаю, что это... И эту песню на пластинке, на пластинку записал Николай Парфенюк. Но он ушел из коллектива очень быстро, и песня осталась без исполнителя, она долго не звучала в концертах. Мы ее восстановили, и на ваш суд сейчас ее выносим. Свое вращение, у реки свое течение, у листвы свое кружение, у лугов своя тропа, у судьбы своя подмога, у тебя своя дорога, у меня своя тревога, у любви свои слова. Не уходи, в ночи погаснут листья клёна за окном. Не уходи ни поздним вечером, ни самым ясным днем. Не уходи, как дым тумана с погрустневших берегов. Не уходи, нам не вернуть назад. Свое молчание, у берез свое мечтание, у лугов своя трава, у судьбы своя вершина, у тебя своя причина, у меня своя кручина, у любви своя беда. Не уходи, в ночи погаснут листья клёна за окном. Ни поздним вечером, ни самым ясным днем. Не уходи, не уходи, как дым тумана с погрустневших берегов. Не уходи, не уходи, нам не вернуть назад Алексей Зорин.
сверкает сотнями огней. Ночь свои права вступает, только бы скорей. На часы давно бросаю беспокойный взгляд, и багряных роз вдыхаю тонкий аромат. Встречи жду и вновь волную, словно в первый раз. Фотографии любуюсь вот уже сейчас. Сердце время ускоряет, рвется из груди, словно эхо повторяя, только приходи. А я не верил, что любовь влетит в мой дом, как птица в ночь, и мне захочется мечтать, раскинуть руки и летать. А я не верил, что любовь в мое окно заглянет вновь, заглянет ангелом из снов, и мне не хватит нежных слов. Сколько ждал я этой встречи, сколько представлял, как возьму тебя за плечи, подниму бокал. Я боюсь спугнуть удачу, каблучки стучат, ты пришла, а это значит, было все не зря. А я не верил, что любовь влетит в мой дом, как птица в ночь, и мне захочется мечтать, раскинуть руки и летать. А я не верил, что любовь в мое окно заглянет вновь, заглянет ангелом из снов, и мне не хватит нежных слов. Гасли поздние огни, мы, наконец, совсем одни. Войдем вдвоем в волшебный круг, касание губ, касание рук. Лишь одинокая луна следит за нами из окна. Ведь нам сегодня не до сна. Александр Дроздов, соавтор песни. Спасибо! Спасибо. Ну что, вроде бы все замечательно. Одного нам не хватает. Мы никак не можем понять. Вы можете ощутить этот вот вкус чередования песен? Давайте договоримся так. Помогите нам в вас разобраться. Если вы песни узнаете свою старую добрую знакомую с первых нот, с первых слов, сразу давайте нам об этом знать своими аплодисментами. Вы нам этим поможете. А если песня новая, то тогда после песни какой-то бонус, после новой песни специально для того человека, который представляет здесь творческий коллектив, который трудился над той или иной песней. В наш класс
словно корабли, годы. Мы с тобой одно, знаю я давно, кто ты. Годы не беда, если ты со мной вместе. А слова порой вовсе не нужны. Молодое поколение «Синей птицы». Тяжелых туч и
погас во все дома. Может быть, как в наших лицах, все когда-то повторится в снах, и в мыслях, и в словах. Баркова. Синяя птица. Валентин Барков. Спасибо. Да, я совсем забыл сказать. Нужно было уже давно, наверное, по сценарию. Валентин Барков – это ветеран «Синей птицы». То есть он представитель... гвардии! Ветеран Куликовской битвы. Спасибо. Спасибо. Твое письмо читаю я, боль задая, и обжигают меня строчки сильнее огня. Свет звезд сиял ночной порой нам с тобой, но сколько в жизни дорог я этот свет не сберег. Анна, Анна, больше ты не будешь моею. Поздно нам возвращать любовь. Анна, Анна, если б совсем другим тогда я был, не так я жил. Жил над теплом твоих глаз, белой метелью кружась. Но время бьет сильней плетей, все больней. Только теперь понял я, как не хватает тебя. Милая Анна.
молодец. Лёшка. Дорогие друзья, вот что касается традиций, но многие уже знают, поклонники и друзья, что у нас самая лучшая традиция – это петь песни, в названии которых замечательные женские имена, вот Анна. Хотя по протоколу она носит другое название, но мы ее непременно называем Анна. И вот что радует молодежь, она не только принимает творчество «Синей птицы», наследие, но она еще и продолжает традиции. И вот следующая песня тому яркий пример. И унесся в ночь твой самолет. Я в других твои черты искал, грустный ветер тихо напевал, что когда-нибудь вернешься ты обратно ко мне. И, наверное, не найду я слов, а быть может, это не любовь. Может, потеряла ты мечту в далекой стране? Надо ли все начинать сначала, Натали? Надо ли, Натали? Но опять летят, как птицы, письма на. Рассветный час еще при луне. Год молчавший телефон сказал: ты едешь ко мне. И опять мне стало не до сна, расцветала на душе весна, но не таял запоздалый снег в туманной дали. Наверное, не найду я слов, а быть может, это не любовь. Может, я тебя напрасно ждал, моя Натали. Надо ли все начинать сначала, Натали? Музыка Алексея Зорина.
Ай, молодца! Лёшка, поклон. Поклонщик. Он еще молод, ему можно. Слова Евгению Руденко, он тоже здесь где-то в зале, наш земляк. Ему тоже порция аплодисментов. Нелетная погода, осенние туманы, и не видать посадочных огней. Напрасно с края света приходят телеграммы. Люблю, скучаю, прилетай скорее. Ни на земле, ни в небе не слышны моторов звуки. Туман над полосой плывет куда-то. А может быть и в нашей затянувшейся разлуке нелетная погода виновата. На нервах, как на струнах, играет дочка с матой. Нависла непогода, словно сеть. И плачут самолеты, как будто виноваты, что никуда не могут улететь. Ни на земле, ни в небе не слышны моторов звуки. Туман над полосой плывет куда-то. А может быть и в нашей затянувшейся разлуке нелетная погода виновата. Нежданные разлуки опасней, чем туманы, а слезы безнадежней, чем дожди. И все же на край света уходят телеграммы. Люблю, скучаю, вылетаю, жди. Ни на земле, ни в небе не слышны моторов звуки. Туман над полосой плывет куда-то. А может быть и в нашей затянувшейся разлуке нелетная погода виновата. А может быть и в нашей затянувшейся разлуке нелетная погода виновата. Константин Клюшин. Спасибо. Спасибо. Ну вот, мы сверились с маршрутной картой. Все у нас идет по плану. Поэтому, я думаю, сейчас могут расслабиться пассажиры, бортпроводники, штурман тоже, да и вы. Наверное, пора уже спеть вместе с синей птицей. Готовы? Сами? Мог ли я подумать, ошибки
сегодня видя. Ты шла с другим, ты шла с другим. Все поют, так вот какая ты. Ты. Лишь вчера была ты всех на свете ближе. Лишь вчера я верил, что тобою я люблю. Но лишь глаза прикрою и вижу снова, вижу, как ты с другим идёшь, с другим. Так вот, какая ты, а я дарил цветы. А я с ума сходил от этой красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты. Ты подарила и разбила ты. Ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот, какая ты, а я дарил цветы. А я с ума сходил от этой красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты. Ты подарила. Дорогие друзья, это не перерыв, это не антракт. Сейчас, наверное, самый важный для нас момент, потому что сейчас вы будете вспоминать, мы-то и не забывали. Сейчас вам небольшой фрагмент фильма. Я сразу приношу извинения за архивное, коллекционное, домашнее качество. Многие кадры были сняты еще кинокамерой, тогда видео в помине не было. В нашей стране. Поэтому, пожалуйста, не обращай внимания на качество. Я думаю так, я не буду предварять фильм словами. Я думаю, что вы посмотрите фильм. Спасибо. Спасибо большое. Ну, могу сказать, Сергей с нами. Вот он и сегодня с нами тоже. Может быть, даже он при жизни не был так часто с нами, как сейчас. И сегодня, не случайно мы ему посвятили первую программу с циклом личным.
Сергей, он как художник оставил, композитор оставляет песни, художник оставляет картины. Вот. И сейчас следующий весь блок это будут песни, сочиненные Сергеем Левкиным. И первая, она называется «Мир на холсте». Я думаю, что это очень символичное название. Он оставил много холстов.
закате в среду я к тебе приеду, сяду в скорый поезд, быстро покачу от Москвы до Ленинграда, очень близко, просто рядом, сяду в скорый поезд или даже прилечу. Встречай меня, встречай, на крыльях я лечу, и больше не скучай, а меньше не хочу. Встречай меня, встречай, на крыльях я лечу, и больше не скучай, а меньше. На крыльях я лечу, и больше не скучай, а меньше не хочу. Встречай меня, встречай, на крыльях я лечу, и больше не скучай, а меньше. Закаты в среду хороши, но летом, а сегодня осень, без конца дожди, и нелетная погода, что поделаешь, природа, тороплюсь я очень. На крыльях я лечу, и больше не скучай, а меньше не хочу. Встречай меня, встречай, на крыльях я лечу, и больше не скучай, а меньше. Сергей Левкин и Константин Клюшин. Спасибо. Ну, вот вы знаете, и песня тоже сейчас будет с радостным, жизнеутверждающим названием. И, наверное, самое уместное время ее исполнить. Песня называется «День рождения, лето!» Час.
рассвета мы с тобою первый раз справим день рождения лета. Пусть кончается весна, пусть трава горит от зноя, только будь со мной нежна, только будь всегда со мною. Следующая песня известна всем, не только друзьям, но и поклонникам. Наверное, эта песня самая близкая и нам тоже, потому что эта песня с той самой любимой нашей странички, и называется она «Марья». Спасибо.
вспоминаю все сначала. Нежный взгляд любимых глаз. Нам казалось, нам казалось. Птицы все поют для нас. Сколько дней счастливых было. Сколько радостных минут. Ведь любила этих дней нам не вернуть. Майя, Майя, это все, что слышу я. Сколько лет прошло, и все же может, здесь моя вина. Я хотел забыть, но в сердце и одна лишь ты одна. Слышу я. Майя, Майя, жизнь моя, любовь моя. Сергей Левкин и Валентин Варков.
Сейчас я хочу пригласить на сцену еще одного человека, который непосредственно и тесно контактировал в творческом содружестве. С ним работал, это музыкальный руководитель Лия «Синяя птица» сегодня. Комаров Александр. Многие аранжировки песен Сергея Лёхина, которые сегодня звучали, были выполнены им при его участии. Песня Лёхина отличает теплота душевная. Казалось, человек, который жил всегда в больших городах, в Калининграде в последнее время, а вот написал песню, она посвящена деревне. Тихою в маленьком доме, сирень на окне. Ясное, ясное, тихое, тихое, летнее утро мерещится мне. Мерещится мне, мне вспоминается кляча чубарая, аист на крыше, скирда на гумне. Мне темная, темная, старая, старая церковка наша мерещится мне. Чудится мне, будто песню печальную мать надо мною поет в полутьме. Узкая, узкая, дальняя, дальняя, поле дорога мерещится мне. Узкая, узкая, дальняя, дальняя, поле дорога мерещится мне. Этот дом с оторвавшейся ставнею, комнатка с пестрым ковром на стене. Милое, милое, давнее, давнее, детство мое вспоминается мне. Спасибо. Дорогие друзья, ну что ж, вот этот низкий поклон, в первую очередь, конечно, Сергею Лёхину. Ну и сейчас, не смею больше вас задерживать, у вас есть 25 минут для того, чтобы поправить прическу, выпить, может быть, чашечку
кофе. Пива не надо, потому что следующее отделение будет еще более продолжительное, чем это.